Вот те, кто верит в свои силы и кто уверен практически на 100%, что через 5 лет из ваших рук получит красный диплом выпускника военмеха. Так ли это или не так? Расскажите, пожалуйста. Спасибо, Александр. Дорогие студенты первого курса, уважаемые преподаватели, студенты старших курсов, гости сегодняшнего мероприятия, деканы, в очередной раз мне очень приятно открывать торжественную церемонию, посвященную 1 сентября, первому вашему Дню знаний. Военмех в этом году открыл ворота для нового набора, для студентов, 84-й раз. В следующем году мы будем праздновать свой очередной мини-юбилей, 85-летие. И все эти годы военмех был и является одним из самых успешных вузов России. Ну, если не самым успешным. Потому что по статистике, несмотря на свою небольшую численность, 6500 студентов у нас лицензионный норматив, в процентном составе количество руководителей, которые вышли из стен военмеха, руководителей советского периода, российского периода, руководителей промышленности, превосходит показатели абсолютно всех вузов России. Военмех – это самый успешный вуз. Лозунг, который сегодня прозвучал «Военмех лучше всех», не является абстрактным лозунгом. Это четкая директива Коммунистической партии Советского Союза, существовавшей в 1932 году. И эта директива была направлена в то жесткое и тяжелое время, на то, чтобы в течение короткого времени, в течение 2 лет, создать лучших специалистов в области конструирования боеприпасов, артиллерии, миноторпедного оружия и других видов существовавших в то время систем вооружений, лучших конструкторов, собрав лучшие силы. Срок был поставлен 2 года. Подготовить за 2 года инженера было невозможно, поэтому были собраны лучшие выпускники ленинградских техникумов. Собраны лучшие преподаватели со многих ленинградских вузов, представители промышленности, и в течение 2 лет был осуществлен первый выпуск военмеха. И вот с тех времен этот лозунг «Военмех лучше всех» является визитной карточкой военмеха. К настоящему моменту военмех может гордиться и выпускниками, как я говорю, советского периода, и космонавтами, и руководителями промышленности. Среди выпускников военмеха многие люди, которые вошли во все книги рекордов за создание артиллерийских систем, например, Илья Иванович Иванов и Федор Петров вошли во все эти книги. Федор Петров был признан конструктором, создавшим самое большое в мире количество артиллерийских установок. Среди выпускников военмеха многие государственные деятели. Вот я вчера был в Государственной Думе, выступал на комитете по образованию, который вел наш выпускник Сергей Евгеньевич Нарышкин, закончивший военмех. И, пользуясь случаем, я передаю вам слова поздравления от Сергея Евгеньевича Нарышкина. Среди выпускников военмеха есть и руководители бизнес-структур, например, весь и футбол, и хоккей спонсируют выпускники военмеха. Геннадий Тимченко, президент СКА, а Кирилл Селезнев, Кирилл наш бывший студент, я ему учил, это президент Межрегионгаза, спонсор «Зенита». Среди выпускников военмеха есть глава Карелии Александр Петрович Худилайнен, Николай Алексеевич Тистоедов, который занимается всеми спутниками нашими, глава СС Решетнева, Алмаз Антей долгое время возглавлял Владислав Менщиков. И этот список можно продолжить достаточно много, но всех выпускников военмеха объединяет стремление к успеху, умение работать, умение решать поставленные задачи.
И основными слагающими элементами успешности карьеры военмеха является и качественное, и достаточно серьезное образование. Военмех занимает среди вузов и России, и Петербурга по показателю вот аудиторных занятий одно из первых мест. То есть мы очень много проводим различных занятий, лабораторных занятий. Второй составляющей успеха является большая научная работа, проводимая выпускниками военмеха и студентами военмеха на студенческих скамьях. И также к основным слагающим успеха я отношу и большую общественную жизнь, работа профсоюзов, студсоветов, спортивные кафедры, военные кафедры, которая готовит и кадровых военных офицеров запаса, выполняя огромную воспитательную роль. Вот все эти составляющие складываются в ту успешную карьеру, которую мы желаем всем выпускникам. Студентам первого курса, вновь поступившим, я хочу обратить внимание, прежде всего студентов, на то, что вы пришли из школы, где был жесткий контроль со стороны учителей, классных руководителей, и должны сейчас прекрасно понимать, что вы окунаетесь в некую атмосферу относительной свободы. Но эта свобода, она будет недолгой, потому что начинается скоро сессия, и часто она является холодным душем для вчерашних выпускников школ и учеников школ, поскольку надо будет сдавать зачеты, сдавать экзамены. И вот все вопросы обучения в вузе уже становятся не делом классного руководителя школы, а вашим личным делом. Вы должны понимать, что это вы должны здесь учиться. От вас зависит успешность будущей карьеры. Сопровождать вас будут деканы, которые стоят со мной на сцене, и в течение всей вашей студенческой жизни декан является вашим путеводителем по вузу. На нем лежит ответственность за ваше обучение. Деканы представляют вас к отчислению, они отменяют приказы об отчислении. Поэтому на первых порах, конечно, вам надо тесно общаться с деканами, с деканатами и серьезно относиться к образовательному процессу. Помимо обучения, военмех предоставляет широкую сферу различных форм деятельности молодежи, общения молодежи. На этой сцене проводятся творческие кружки, идет общественная студенческая жизнь, работают спортивные секции, работают творческие секции, научные секции. Поэтому активно включайтесь в жизнь. Образование – это не только обучение, но и воспитательный процесс. И мы считаем, что это воспитание в военмехе проходит на достаточно высоком уровне. Я очень рад поздравить всех присутствующих здесь с днем 1 сентября и надеюсь, что ваш выбор вчерашними абитуриентами и нынешними студентами первого курса будет оправдан. Военмех вам даст хорошее образование, военмех вам даст путь в жизнь, но очень многое зависит от вас. Вы должны взять от военмеха то, что вам нужно. И мы надеемся, что вы доучитесь. Как бы тяжело, я иллюзий строить не буду перед вами, в военмехе тяжело учиться, но карьера военмеховцев всегда успешна. Добрый путь, поздравляю с 1 сентября.